Мариэл вошла в число регионов Поволжья, где достигнут естественный прирост населения. Таковы итоги полугодия. То есть демографическая ситуация в республике сейчас характеризуется увеличением рождаемости и снижением смертности населения. Всего же за последние 5 лет рождаемость Мариэл увеличилась почти на 11%. Напомню, с этого года в нашей республике многодетные семьи, где родился 4-й и последующий ребенок, начали получать региональный материнский капитал. О том, сколько семей его уже получили и насколько эта поддержка оказалась существенной в материале нашего корреспондента. Трое сыновей и дочка. 1,5 года назад семья Решеткиных из деревни Елемучаш Медведевского района стала многодетной. 30% возмещение платы за коммунальные услуги, водоснабжение, бесплатный проезд детей и питание в школе. С приобретением нового статуса у семьи появились и новые льготы. Но и они стали не единственной материальной поддержкой. Руслан и Наталья стали одними из первых в районе, кто получил 50 тысяч рублей – региональный материнский капитал. Причем на что потратить деньги, семья решала сама. Мы на эту сумму мы покрыли крышу, заплатили рабочим за ремонт крыши и на остатки купили стиральную машину. Обладателями такого маткапитала в республике может стать любая семья, где после 1 января 2011 года родился или был усыновлен 4-й или последующий ребенок. Правда, чтобы получить эти 50 тысяч, нужно выполнить ряд условий. Во-первых, иметь российское гражданство. Во-вторых, заявитель, а это может быть любой из родителей, вместе с детьми на протяжении 3 последних лет должны иметь прописку на территории Мариэл. Да и выплату семья может получить только один раз в жизни, вне зависимости от количества детей, и только через год после усыновления или рождения ребенка. Эту денежную выплату будут получать не все семьи, а только те, у которых среднедушевой доход семьи не будет превышать величину среднедушевого дохода, определяемого территориальным органом Росстата по республике Мариэл. Если в течение месяца рождения ребенка обратится кто-то из родителей, им с даты рождения ребенка назначается. Если же по истечении, значит, там, может, 6 месяцев подойдут, тогда мы назначаем за 3 месяца назад. 41 семья республики за полгода уже стала обладателем регионального маткапитала. Всего за рождение детей получив более 2 миллионов рублей. Среди них 22 семьи из Медведевского района. 15 семей родили 4-го ребеночка, 4 семьи 5-го и 3 семьи 6-го ребеночка. В этом году уже по сведениям ЗАГСа, те семьи, которые родили, значит, тоже 4-го ребеночка, это где-то 13 семей, они уже в 2013 году тоже получат этот материнский капитал. Чтобы получить региональный материнский капитал с заявлением и соответствующими документами, нужно обратиться в отделение социальной защиты населения по месту жительства. Подробную информацию о порядке выплаты регионального материнского капитала можно найти и на сайте Министерства социальной защиты населения Труда Республики или на портале Госуслуг. Что же касается семьи Решеткиных, по их мнению, подобная поддержка многодетных семей всегда кстати. Впереди у них строительство нового дома на средства государственного маткапитала и получение земли для многодетных.